Итак, у нас фары собраны, отполированы. Вот таким вот образом установлены блоки. Никаких соплей снаружи у нас нету. Из фары выходит один единственный разъем, который подключается к штатной проводке. Тут подобрали мы крышечку. Собственно, вот такая вот красота, вот такой у нас глазастик получается. Сейчас идем ставить все это на машину. Еще, кстати, хотел сказать по поводу крепления бленды. Я принципиальный противник всяких клеев, герметиков внутри фары. Вот, кстати, наши предшественники закрыли эти фары на силиконовый герметик. Я просто упарился его вычищать. Фары можно закрывать только на, ну, по крайней мере, вот эти фары, которые легко разборные. Их можно закрывать. У нас есть магазин герметик Abro VS904. Он очень хорошо себя зарекомендовал, в отличие от того же Аргавила, который обладает повышенной хладотекучестью. То есть, скажем так, немножко пригрело солнышко, и этот Аргавил перестал держать стекло, стекло начинает вываливаться. То есть я сам видел фары, которые, скажем так, самопроизвольно открылись, несмотря там на застежки. Вот, значит, что касается крепления бленды к модулю и к отражателю, вот если здесь увидите, вряд ли вы что-то тут увидите, и даже если присядете на корточки перед машиной, то все равно ничего не увидите. Вот, секрет крепления бленды такой, что к модулю я их не креплю никогда. Бленда крепится к отражателю хромированной, это не хромовой проволокой, в трех местах, вон там сверху, ну, то есть по 120 на градусов на окружности. То есть, по сути, бленда привязана к отражателю. Это очень надежный способ крепления. А в чем проблема с герметиками и клеями? Они годят внутри фары, то есть категорически нельзя использовать внутри фары цианакриловые клеи, вот эти всякие космофены, очень популярные в рекламном бизнесе. Внутри фары они начинают газить и оседать в виде белесой копоти, которую потом очень тяжело оттирать с стекла, со внутренней стороны стекла. Когда мы таким вот образом привязываем отражатель, столистая проволока не пойдет, потому что она может заржаветь, а тонкая нехромовая проволока, вот прям самое то, что доктор прописал. Вот такие вот секреты. Идем сейчас ставить и смотрим, как они светят. Короче, получился у нас вот такой вот свет. Я сейчас сижу в машине. Вот, и можно немножко проехаться. То есть, как видим, свет у нас практически от бампера начинается. Вот, тут пришлось, кстати, поплясать с корректором. Короче, там из-за того, что поставили без резки отражатель линзу, и здесь, как вот я говорил, что она встает куда попало, светит, из-за этого их пытались как можно выше поднять. И хозяин жаловался на то, что они все равно светили слишком низко. Вот, и укрутили корректор до такой степени, что его заклинило. То есть мне сейчас пришлось снимать с фары моторчики и их, соответственно, ревизировать. Ну вот сейчас все поставили, сейчас все прекрасно работает. Вот, соответственно, у нас ближний свет, дальний свет. Вот, ну что могу сказать, что круто, круто получилось. То есть очень хорошо, хороший, равномерный такой плотный свет.